Зима в Беларуси в нынешнем году так и не наступила. Мороза не было, а снег таял, не успев долететь до земли. Эту аномалию прочувствовал каждый белорус. Ученые выяснили, что зима 2020 года вошла в историю страны как единственная, которой не было. Она стала самой теплой за последние 140 лет. Но несмотря на плюсовые показатели ртутного термометра, у истинных ценителей зимней рыбалки снасти находились в полной боевой готовности. Поэтому работы, в том числе и профилактической, у сотрудников освота было немало. К сожалению, вот такие ситуации, когда выходили на этот первый самый тонкий лед, заканчивались трагедией. У нас на данный момент, с начала текущего года вот этого, есть два случая в области. Один случай в Баранежском районе, мужчина вышел на рыбалку и на тонкий лед. Выйдя, он провалился, и, к сожалению, это закончилось несчастным случаем. Второй случай — это в Ляхчинском районе, неработающий тоже ушел на рыбалку и позже был найден тоже также в водоеме. Так как льда на водоемах этой зимой практически не было, рыбаки нашли выход. Можно ходить за уловом на лодках. Маломерные суда, так называют их специалисты. Но и в этом случае все не так безмятежно. На территории Брестской области в 2017 при неправильном использовании маломерного судна погибло 2 человека, столько же в 2018. В этом году на Брещине не произошло ни одного несчастного случая. Трагедия случилась в середине января на озере Освейском Витебской области. Из-за сильного ветра произошло опрокидывание маломерного судна, погибло 4 человека. Гибель произошла при соблюдении правил плавания в разрезе комплектации эксплуатации спасательных средств, но нарушений условий плавания для маломерных судов. Погодные условия таковы, что если выходя в плавание мы наблюдаем комфортную погоду, то резкая смена, приход атмосферных фронтов, вызывающие сильное волнообразование на водных объектах, усилит волну до 1 метра. В основном эксплуатация маломерных судов с диаметром борта или высотой борта до 40 сантиметров разрешена при высоте волны только 20 сантиметров. Зимы мы переходим в весну, уже вот весна началась. Но нельзя забывать о том, что все-таки, когда рыбак идет на рыбалку, обязательно при себе иметь такие спасательные средства, как спасательный жилет, плюс к тому иметь при себе всегда вот эти необходимые спасательные средства, как если это мы говорим, когда это лед, мы рекомендуем веревку брать с собой. Если это вот сейчас летний период наступает, весенний период, то, конечно же, понимать, что перед тем, как сесть в надувную лодку, надо необходимо проверить ее на целостность, как она, допустим, надуть, посмотреть, нет ли каких-то там разрывов, трещин, чтобы обезопасить себя. Хочется верить, что брещане будут более ответственно подходить к вопросам своей безопасности. Ирина Кузьмич, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.